Всем приветики. Как приготовить вкусную булочку? Берете вот булочку обычную, ложите на нее натертый сыр и ложите на сковородку, политую подсолнечным маслом. Далее накрываете крышкой и включаете огонь, как бы на... Ну, булочек можно много положить, штуки, например, 3-4. Вот, и включайте огонь там на минутки две, наверное. На минутку полторы-две там. И все, когда видите, что сыр начал расплавливаться, выключаете. В данный момент я уже включил огонь. Сейчас пройдет 2 минутки. Ну, когда сыр расплавится, получится вкусная хрустящая булочка с плавленным сыром. Затем вы просто открываете крышку, идет пар уже даже, ну и забираете свое, правда, оно горячее, поэтому вы аккуратненько вилочкой забираете и ложите на тарелочку. Ну а дальше, как вы можете видеть, сыр уже расплавился, а булочка стала вся такая поджаренная, такая уже... Снизу вот она слегка пожарилась, такая румяная корочка появилась, желтенькая, хрустящая. Ну, а сверху такой расплавленный сыр. Теперь, когда я ее ешь, она хрустит, ну и на вкус тоже вкусненькая. Такая, как сухарик, но с таким плавленым сыром. Ну, довольно-таки вкусно получается. Вот такой вот, типа... рецептик. Как-то так. На этом все. Приятного всем аппетита. Пока-пока.